Поверхность свежего мясного фарша блестящая, цвет яркий. Перед вами серая масса. Скорее всего, продукт уже давно ждет своего покупателя. Если оно будет темнеть или оно будет более такого серого оттенка, значит, оно хранилось в холодильнике. Если оно будет уже темнеть, значит, мясо уже довольно-таки не свежее. Свежесть фарша можно определить по его аромату. Вы почуяли запах специй, перца или чеснока, значит, продукт был приготовлен из несвежего мяса. Лучше всего покупать фарш в проверенных магазинах, супермаркетах, которые дорожат своей репутацией. Здесь вы можете спросить у продавца перчатки. Можете также спросить у продавца фарш, чтобы пощупать его. Хороший фарш имеет однородную структуру, в нем не бывает твердых комочков. Если же такие присутствуют в фарше, значит, при его изготовлении использовались сухожилия. Кстати, сегодня во многих магазинах продавцы приготовят вам фарш из того куска мяса, который приглянулся вам больше всего. Вы можете лично наблюдать за этой процедурой. Ну, когда вы покупаете фарш, самое главное, смотрите на кусочки. Очень часто бывает, что вместо фарш, говорит, хороший, добавляют головное мясо. То есть вы должны обращать на внимание, чтобы на состояние структуры в этом случае, чтобы не было никаких жилок небольших. Если вы видите там жилки, сухожилия, прослойки, то знаете, что уже мясо более низкого сорта. Хороший фарш должен иметь сок, причем светло-красный. Если же жидкости нет или она темная и мутная, то продукт долго лежал на прилавке. И еще охлажденный фарш может храниться при температуре от 0 до +4 градусов не более 24 часов.